Разоблачение психиатра Шурова. Сейчас послушаем речь о психиатре Шурова, как он ставит диагнозы. После чего я сделаю несколько комментариев, и вы поймете, что тут не так. Заранее хочу объяснить, что психиатр Шуров уже заработал себе славу психиатра, который ставит диагнозы по аватаркам. Но тут он пошел даже дальше. Смотрим. Получение справки из психоневрологического диспансера по месту прописки ни о чем не говорит. Да, человек за помощью не обращался, на учете не стоит. Но сам факт, уже поведение, что человек пошел за справкой, чтобы там доказывать, всех воспитывать, говорит, что проблемы есть. Либо у человека определенные черты характера, такие принципиальные, да, вот достану любую организацию, пошла, принесла справку. Теперь вот дополнительный аргумент, чтобы соседей воспитывать. А быть может все что угодно. И черты характера сплочные, и определенные расстройства личности, вот такие жалобы психические, с претензиями к окружающим. Они повадились включать музыку. Это мнение обо мне. Я никогда не была на приеме у психиатра Шурова. Он меня никогда не видел. Он со мной никогда не разговаривал. Для того, чтобы ставить какой-то диагноз, нужно с человеком поговорить. Но это у профессиональных психиатров. У Шурова все не так. И самое забавное, то, что те соседи, которых я, по его мнению, хожу, воспитываю со справкой, это гастарбайтеры, которые шумели каждую ночь в мини-хостеле, устроенном внизу под нашей квартирой. На этом все. До свидания. Боже упаси ходить к психиатру Шурову.